Подозреваемый в убийстве 58-летнего мужчины в подъезде своего дома в поселке Константиновка задержаны. Напомним, мужчину расстреляли у дверей квартиры, когда он вместе с женой возвращался домой. Нападавшие забрали сумку с деньгами. Именно они и стало, по версии следствия, главной целью нападавших. Всего в причастности к этому преступлению подозреваются 7 человек. Полицейские уверены, что они участники одного из преступных формирований. Нафиса Минязова узнала детали и посмотрела кадры следственного эксперимента. Семерых подозреваемых в причастности к убийству задержали одновременно по 6 адресам. Для них это было неожиданно. Личности нападавших установили спустя 3 дня после убийства. За ними организовали круглосуточное наблюдение. После этого вычислили и остальных подозреваемых. Следователи установили, что к преступлению причастны участники одного из казанских организованных преступных формирований, занимавшиеся вымогательствами и выбиванием долгов. Все ранее судимы. Фотографии с мест лишения свободы. За что задержаны? Статья 105. Убийство. Не надо меня снимать, и все, что. Во время обыска у 2 подозреваемых полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела оружие, патроны, радиостанции, 5 масок с прорезями для глаз. Оперативники выяснили, что убитый занимался незаконным обналичиванием денег и часто перевозил с собой крупные суммы. Именно эта деятельность и является основным мотивом преступления. Целью преступников были деньги. У убитого в тот день при себе было больше 2 миллионов рублей. Согласно материалам уголовного дела, 2 подозреваемых поджидали его у дома в поселке Константиновка. 58-летний мужчина приехал вместе со своей женой. Она, видимо, чудом осталась жива. Что было после того, как супруги зашли в подъезд, подозреваемый рассказал на следственном эксперименте. Пару раз выстрелил в сторону, 2 раза в ноги. Mm-hmm. После чего он руки отпустил, я выхватил сумку. Примерно вот здесь, на ноги, услышал 2 выстрела. Mm-hmm. Поворачиваюсь, человек уже лежал. Потерпевший, а вот уже подходил ко мне. От орудия убийства решили избавиться. Пистолет выбросили в реку Меша в Лаишевском районе. Деньги спрятали. Водолазы нашли пистолет в месте, который указал подозреваемый. В результате осмотра дна акватории реки Меша с участием водолазов МЧС были обнаружены разломанные части пистолета ОСА, а также пистолета ПСМ и 3 травматических патрона от пистолета ОСА. Сейчас по решению суда все подозреваемые заключены под стражу. В ходе работы над раскрытием убийства сотрудники МВД Татарстана выяснили, что 5 из задержанных могут быть причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины. Полицейские не исключают, что задержанные могут быть причастны еще к ряду аналогичных преступлений. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, Вызов, 112.